О борьбе с наркотиками уже не в художественном фильме, а в жизни. 50 килограммов наркотических средств отправили в печь наркополицейские. В НПО «Экология» прошло плановое, последнее в этом году уничтожение изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Специальная комиссия, в которую вошли специалисты Минприроды, Минздрава, УФСКН, под усиленной охраной сотрудников отдела специального назначения доставили наркотические средства к месту уничтожения. 50 килограммов зелья, изъятые из оборота, фигурировали в 43 уголовных делах. Их сожгли в печи специального предприятия. До наркопотребителей не дошло более 12 миллионов доз. Стоимость уничтоженных веществ по ценам черного рынка оценивается более чем в 3 миллиона рублей. Огнем уничтожено также лабораторное оборудование, при помощи которого злоумышленники кустарно изготавливали наркотики. В уходящем году наркополицейскими уничтожено более 150 килограммов наркотических веществ, их компонентов, а также орудия производства.